Чувашские полицейские покорили Эльбрус. Напомним, восхождение началось несколько дней назад. Правоохранители приурочили свое восхождение памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, и ко дню города Чебоксары. На пике западной вершины Эльбруса на высоте 5642 метра полицейские развернули флаги города, республики и МВД. Также на одной из туристических троп в поселке Терскол альпинисты установили памятную доску с именами погибших сотрудников органов внутренних дел. Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города. Желаю вам в этот день счастья, здоровья, успехов. Поздравляем! 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 Ура!